У греческого острова Самос перевернулся катер с мигрантами. Утонули 4 женщины и ребенок. Всего на судне находились 11 человек. Пятерых удалось, к счастью, спасти. Судьба последнего пассажира остается еще неизвестной. Отмечу, это первые жертвы среди мигрантов с тех пор, как соглашение ЕС и Турции вступило в силу. Согласно документу, незаконных мигрантов, прибывших в Грецию, будут высылать обратно в Турцию. В соответствии с ним, ранее с острова Лесбос была перевезена вторая группа мигрантов. Это более 120 человек.